В частном доме в железнодорожном округе зарезана семья из 4 человек. Злоумышленник пощадил лишь 8-месячного ребенка. В полицию о происшествии заявил старший сын погибшей женщины. Молодой человек жил отдельно. Сначала он рассказал полицейским, что приехал проведать мать и застал итоги жестокой расправы. Но потом сделал неожиданное признание. Молодой человек сознался в содеянном и написал явку с повинной. Ему 22 года, он нигде не работает. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за причинение умышленного вреда средней тяжести здоровью. Следователем задержанный рассказал, что взялся за нож во время ссоры с отчимом. Напряженные отношения между сводными родственниками продолжались несколько лет.